это все доминовало православные религии. Это вводится на конце 14-го столетия, Крымская уния, вот сразу же начинаются вспышки религийного характера. И на конце 16-го столетия православие было довольно просто ослаблено. Чему так отбылось? На первые руки реформации, контрреформации, Люблинская уния, вроде этому сприяли, а по-другому заявилась еще внешняя погроза. На конце 15-го столетия взместняется Великое князство Московское и начинает проводить довольно агрессивную внешнюю политику. А тут у Минска отбывались наступные подзеи. Вот. В 1839 году уния скасовывается. Вот. И новые кляштерные комплексы отдаются в распоряжение в Российской империи. Вот, 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 вот